Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН. У меня великолепная новость для любителей халявы. Да, пускай не сильно большая халява нас ждет, но выглядеть она будет вот таким вот образом. Крайне простецкий квестик. Противостояние сил добра и зла. Что необходимо сделать за отведенное время с момента, как квест стартанет. А он, ребят, начнется у нас 5 мая этого года. И сделать надо будет всего лишь 15 киллов за 3 дня. По-моему, проще ничего быть не может, ну, разве что 15 раз просто зайти в бой. Играть можно будет на танчиках, начиная с 4 левела. Короче говоря, я уверен, что справятся все. Заберете себе 100 тысяч серебром и 2 аватарчика. И даже если вдруг ни один из этих аватарчиков вам не нужен и не понравится, в конце концов вы можете всегда их обменять на кристальчики, ну, а за них уже покупать чего-нибудь в магазине, в частности, контейнеры с кастомизацией. Вот такая вот, ребят, история. Я лично квестик жду. Пока у меня нет проверенной информации по поводу того, данный квест будет на обоих серверах или нет, но я надеюсь, что все-таки все мы сможем забрать данную, пускай даже маленькую, но приятную халявку в ближайшее время. Если вы за своевременные и честные обзоры, если вы за своевременные новости, обязательно подписываемся на канал, жмем лайкосы и жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А еще забегайте ко мне на Discord, там много всего интересного. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствие. Пока-пока!